Привет, друзья! И у нас сегодня за ночь выпало много снега. Мы взяли шайбу и санки с Катюшей. И теперь мы идем кататься на горке. Едем кататься на горку с Катюшей. Ой. Проезжайте. Папа везет Ярославу. У нас, ребята, очень много снега. Прям по колено. Все белое позаметало, площадки замело. Все, мы уже подъезжаем к горке. У нас горка находится возле школы. Сейчас будем пробовать кататься. Интересно, сани наши не будут грузнуть в снегу? Много детей гуляет. Все катаются, веселятся. Ух, как съезжает девочка, видела? Ярослава, ну что, готова съезжать с Катюшей? Готова. Давай, поехали. Папа подтолкнет тебя. А ты держись крепко. Ух, поехала Ярослава. Все, встряла в снег, да? Жди папу, папа к тебе едет. Папа на ватрушке поедет спасать Ярославу. А теперь я поеду вместе с папой. Поехали! На ватрушке быстрее, да, чем на санках? Ярослава пищит. Классно! Папа, помогай Ярославе. На санках? Да. На санках теперь поедешь? Ну, давай. Ярослав, а на чем тебе больше нравится, на санках или на ватрушке? На санках. Давай, поехали. Ножки ставь. Ярослава пыталась залезть на горку, у нее не получается. Скользко, она съезжает, падает. Давай, 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 старайся. Ничего себе, вы уже трассу прочистили. Уже дальше проехали намного. Наверх, обратно. Ярослава, сама поедешь? Класс, давай. Полетела Ярослава. Круто, молодец. Еще хочешь сама? Что ты говоришь? Это круто. Круто, да? Ну давай, забирайся. Ярослава, готова? Давай, езжай. Круто! Вот это классно шайбе на этой кататься. Ты как черепашка-ниндзя. Ой, ребята, какая классная погода. Вообще, столько детей катаются. Все белое, в снегу, снега очень много. Сейчас Ярослава будет съезжать с девочкой, которая смотрит ее видео. Они будут вдвоем ехать на этой шайбе. Ой, и песик с ними рядом. Это песик девочки. Давайте, девчонки. Молодцы. И песик за ними следом. Ты за своей хозяйкой бежишь, да? А как зовут твою собачку? Соня. Соня? Привет, Соня. Ты молодец, хозяйку не бросаешь. Девчонки теперь будут вместе кататься. Давай, папа, помогай им, усаживай. А, сейчас очередь уже там собралась. Понятно. Девчонки пока ждут.
Ярослава не стала ждать, она решила так кататься на попе. Поваляться, покататься, да, Ярослава? Первый раз сели хорошо, второй раз не поймем, как усадить. Все? Да. Готовы? Да. А вам не страшно? Нет. Ну поехали. Тогда поехали. Мы уже накатали дорогу, вы должны дальше проехать. Дуэт. Ярослава выпала уже в конце. Ярослава побежала за санками своими. Давайте уже, а то Катюша хочет кататься. Ярослава, а ты подталкивай сзади санки. Да ты сверху не садись, а толкай. Интересно понаблюдать, как они санки затаскивают наверх. Папа пришел на помощь. Руль ровно. Теперь съезжаем на санках? Да. Давайте. Да. Поехали. У-у-у. Класс. Давай, Жень. Далеко поехали. Проехали. Хороший песик, да? Хорошая девочка Соня. Бегает за вами следом. Да, тоже хочет она кататься. Любит. Она любит это очень. Это горка. Ой. Катюша падает, не хочет, да, держаться? Она убежит. Давай, Ярослава. Поехали. Ух, как далеко уехала. Класс. Так, там уже очередь целая, значит, мы пока ждем, да? Снег? Не замерзла? Можно поваляться. На попе поездить. И я с тобой. Я снеговика лепить хочу. Да снеговика не получится еще слепить. Снег плохо лепится, видишь, вообще. Не получается. Мама, все равно классная зима, можно сижать. Классная, конечно, зима, можно валяться. В снегу, снег чистый, много его. Ждем Катюшу. Отходи, Ярослава. Ударит санками, отходи. Катюша едет. Ну как ты съехала, в порядке все? Я сейчас так... Не надо, нет, на голову не надо, вы что? Так просто поваляйтесь. Ярослав, что ты делаешь? Да не надо так. Ярослав. Дайте детям покататься. Да, ну ты даешь. Да не становись на голову, просто можешь побрюкаться. Смотри, у тебя вся шапка в снегу. Ты что? Не надо, смотри. Было! Смотри. Соня! Соня! Катюша, давай поверим. И твоя мамочка тоже. О, здрасте! Давай поиграем, Ярослава, в снежки. Мы все сзади уже закопали. Ярослава, сколько? Поехали. Так, я на батюту. Я еду. Сейчас Ярослава поедет с Катюшей вместе. Поехали! Смотри,
Классно, и Катюша не выпала. Я думала, Катюша выпадет. Мы уже ушли с горки. Ярослава у нас намокла. Пришли к дому. Здесь детская площадка. И решили здесь еще чуть-чуть покататься. Снеговик мой заползает на горку. Сейчас будет съезжать. Смотри, сколько снега. Заснеженная вся. Вгрузла. Опа! Ты прям как этот трактор, который чистит. Давай еще разочек и пойдем домой, потому что мы уже мокрые. Холодно. Мне не холодно. Да понятно, тебе не холодно. Ты не ударилась? Нет. Точно? Вот это скользкая горка. О, смотри, как уже далеко проехала. Ой, и Катюша упала. Где? Напротив тебя. Катюша, ты что? Садись в сани. Ну, валяйся, валяйся. Уже все равно мокрая, валяйся. Ты бабочка? Или мишка? Давай руку, давай. Ну, больше похоже на бабочку. Да, бабочку угадала. Все, бабочка, пойдем домой. Нет. Да-да-да. Всем пока. Подписывайтесь на канал и палец вверх.